Куда мы идем еще раз? Просто вниз. Ну пойдем. Вот жизнь. Не Блин, уже будет. ХП за сотку перевалил. Хорош. Так, олень, давай тут Сейчас. Это не надо. Ага. Да. Так, кто это? Кто это? Хорошо. Фак! Это я сумею. Давай. Да ладно, нормально, нормально. Хорош. Что-то странно, что музыка не поменялась. Сейчас посмотрим. Так, давай. Давай, давай. Нормально. Давай посмотрим, кстати, что это делает. Секундочку. Ну-ка. Что-то ускорение как-то странно работает. Мне все пригодится. Вроде разницы я не почувствовал. Так, куда надо поставить? Сюда? Что ли? Или что? Куда? Ага, понял. Вот сюда. И все? Весь квест? Миленько. Быстро. Понял. Ну пойдем отсюда тогда что. Третья магия ускорения. Ага. Ускоряет вроде как действие. Но. Ясно. Но что-то хрен его знает. Работает оно так, как нужно или нет, я не понимаю. Ясно. Возможно, это действует на скорость передвижения просто персонажа. Так, пойдем сдадим квест, что ли, тогда сразу. Раз уж мы... Кто просил квеста? Подожди, вроде Крансул просил. А, нет. Вот он просил. Свер. Ну, парень, помог ты мне, и за мной дело не станет. И деньгами поделюсь, и чего знаю, расскажу. Крансул, он ведь богатей страшный. Нам с тобой столько добра за всю жизнь не приснится. А откуда у него такие богатства? Знам откуда. Шахты, значит, у него свои, и рудники, и лесопилки, все единоличное. А налогов он платит в 10 раз меньше, чем надо. Товар прямо в столицу гонит, деньгу зашибает, а губернатору, по секрету тебе сказать, шиш с маслом. Губернатор-то Крансулу доверяет. Устроился хорошо. Тот вежливенько умеет, и для коллекции нет-нет, да и подкинет чего. А вот учетную книгу Крансула никто и в глаза никогда не видел. То есть не пойман, не вор, получается? А я о чем толкую? Небось, ежели в бумаге глянуть, сразу ясно станет, сколько и чего налево пошло. Да только у Крансула такая охрана, ого-го. Близок локоток, да не укусишь. Попытка не пытка. Тогда слушай в оба уха. Учетную книгу с собой управляющий шахтами носит. А шахты с лесопилками во владениях Крансула стоят вокруг озера. Там... На северо-восточном берегу у Крансула самое главное и расположено. Дом управляющего и механическая дробилка. Ох, и денег стоит эта машинерия, а уж устройство хитрое. Ах да, я ж не об этом. Дом управляющего ты найдешь так. У него 2 трубы короткие из крыши торчат. Смотри, со столовой для охраны не спутай. У нее тоже 2 трубы, но подлиннее. Ну и напоследок тебе 2 совета. Во-первых, поговори-ка с капитаном про Крансуловы владения. Наплети ему чего-нибудь, например, мол, поиздержался, работу ищешь, глядишь и узнаешь еще что-нибудь. А во-вторых, найди в городе человека по прозвищу Лавкач и передай ему от меня привет.
И что из этого выйдет? В каком смысле привет? Не знаю, честно говоря. 1200 денег? Ловкач, он, видишь ли, вор, но при этом хороший человек. Может, он тебе подскажет чего, а может быть, и опытом поделится. Ты, главное, не забудь сказать, что, мол, от меня пришел. Да воры они все такие. Хорошие люди. Ну как, любезнейшие, что-нибудь уже нашли? Или одни неприятности на свою, скажем так, на свою голову? Ах, мои дела очень плохи. Я потратил уже все деньги, что были с собой. Боюсь, придется искать работу. Не знаете, не нужны сейчас люди на шахтах у Карансула? Возможно, и нужны. Недавно на рудник механическую дробилку доставили. Я еще, помнится, людей для сопровождения выделял. Теперь Карансулу нужны толковые люди, чтобы за машиной присматривать. А то чуть у машины что заезд, так работа полдня стоит. Все сбегаются к ней, смотрят, затылки чешут, пока она еще снова закрутится. Возможно, вы, любезные, научитесь с ней обращаться. Если не чинить, то хотя бы ломать. Действительно, стоит попробовать. Чем больше народу сбежится к сломанной машине, тем больше шансов пробраться незамеченным к дому управляющего. А зачем нам краситься-то? Мы это всех перебьем просто и все. Так, с этой что-то надо говорить. Ты че? Предметов новых нет у нас. $5.22 колющий бронзовый кинжал. Так, стоп. 3.7 штаны. Оу. А чё, я не надел их? Так, ну не, это забирай тоже. А чё там за меч у него продается магический? Это чё такое было? Небесная молния, нихера себе. Прикинь, бьешь, короче, и молния такая сверху. Буф! Миленький такой. Кинжальчик. 50 косарей стоит, правда. Жесть, блядь. Так, ну ладно, пошли. Стоп, это кто? Ловкач. Это ты откуда взялся? Я друг Свера по прозвищу Зайчатник. И он посоветовал мне обратиться к вам. По его словам, вы знаете какой-то секрет, позволяющий, как бы это выразиться, лучше действовать без шума и пыли именно там, где должно быть тихо. Ослабление лучше, чем молния. Язык у вас, юноша, подвешен неплохо. Чего нельзя сказать о руках. Да-да, не обижайтесь. Для специалиста моего уровня не составит труда определить, лютик, что с ловкостью рук у вас не очень-то хорошо. Впрочем, я вообще не качал. Дело поправимо. Ведь признайтесь, Зайчатник именно для этого направил вас ко мне. Честно говоря, да. Он сказал, что вы можете каким-то образом научить меня. Сейчас он старый хитрец. Когда-то Зайчатник оказал мне очень большую услугу и знает, что теперь я не откажу ему ни в чем. Угу. Интересно, сильно хоть повысил-то? Или так? Все? Передавай говорит, ему привет. Че там, был 4 вроде, да? Ловкость рук. Где? 13 стало. Я не помню, сколько было. Честное слово, не помню. 18к. Еба. Так, ну пойдем, что ли. Через всю локацию. Хорошо. Понял. Сейчас. Хорошо. Так, ну как будем проходить-то? Вот здесь и вверх. Все, я устал. Все, что ли? Устал уже. А мне типа легко сидеть тут, да? И управлять тобой. А ты не бежишь. Уга-буга-бу! Сука, догоню! Все, я выдохся. Ну и где моя добыча? Да. Моя добыча.
О! Нормально. Вот жизнь, не минуты отдыха. Ху ты, упустил. Да ничего, ничего, вот. Хорош. Я хуй бегать. Так, а они что-то с молотками с какими-то. Дробящие ребята. Бей в голову. В голову. Не, ну я реально в разы быстрее стал бить. Охереть. Так что я теперь хочу, чтобы у меня еще и этот был. Еще действие повысить. Все обычное, что ли? Опа-опа, чики! Давай! Хорош. А мы сразу не были? Что-то я... А как же мы тогда прошли-то? Через низ, что ли? Что-то я... Понял. Интересно. Вот жизнь, не минуты отдыха. Хорошо. Понял. Это будет весело. Это будет весело. Понял. Рискнем? У него 130 хп. Но он, сука, бьет больно. Ху-ху-ху, блять. Да. Ну-ка. Сейчас. Убей его. Не хватило. Да. Хорошо. Понял. Сейчас. Отдыхаю. На нахуй. Сколько дали? 500 опыта? Или сколько? С них, с каждого дают сталь. С мелкого. С каждого мелкого засранца дают сталь. Сейчас. И это прям нужная херня мне сейчас. Ой, бля. Не беги, пожалуйста. Сейчас. Сделаю. Там просто еще один конь где-то. Хорошо. Где мы? Раздавать священный цветок. А потом надо будет еще вот сюда бы вот смотаться. Каким-то образом. Скорее всего, этот цветок надо будет отнести. Хорошо. Туда именно. Руби! Не пропадать же добру. Кто там? Блин, мелкий засранец, бей его! Не смей бежать! У пизда рулям.
Да. Что, Варзай? Что? Сейчас. Ну, они подразумевают, что ты должен как бы по-тихому здесь проходить. Да. Ну, разве ж мы... Да бей ты, ёб твою! Ты чё, серьёзно? Ты попасть, блядь, не мог в него? Это чё за бред? Сейчас. Чё-то он не попал, короче. Просто бей. Так, давай. Тебя. Мать. Бей, бей, бей. Да чё ты не убил ты его? Сюда, 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 сюда. Паника, блять. Не смей меня вести куда-то к врагам другим, блядь. Так, сейчас. Давай вот так встанем. Встанем, хп восстановится. Ну что, у меня прям... Заебенит сразу. Еще, еще, еще. Давай, 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 давай. Трофеи вещь полезная. Это я сумею. Да, ага. О, хорошо. Ну-ка, ну-ка. Сидишь? А что там сидишь? Сейчас. Сейчас. Не посмотрим. Пропускаем ни одного тела. Сталь нам нужна. Да. Сталь нам очень нужна. Сейчас. Да. Наебал. Наебал. Ну и где моя добыча? Да где-то там. В коробке тепло? Ну это хорошо. Сейчас. Где этот конь? Где-то тут. Оу. Нет. Три! Ты, бля, ебанулась, что ли, игра? Три единорога в одном месте? Бей, бей! Не сейчас. Самая прелесть, что за этих единорогов я получаю рог единорога, а он, сука, дорогой, насколько я помню. Так еще сейчас. Что ли один? Вот жизнь, не минуты отдыха. Да. Чего опыта? Я, кстати, так и не понял, сколько опыта дают. Ты откуда взялся-то? Понял. Сделаю.
Он прям из врагов вылетает. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Хорошо. Стой. Тела. Это еще кто? Секундочку. Давай. Ага. Умри. Понял. Не, пацаны, 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 спокойно. Не надо за собой тащить меня куда-то, хуй пойми. Не надо, нет, не стоит оно того. Все, я выдохся. Так, стоп, 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 стоп. Хорошо. Так, а что здесь? Что-то какая-то дополнительная задача? Осторожненько. Зеленые побежали. А это что, самый медленный, что ли? Решил не бежать просто. Давайте, пацаны. Это зеленый клан, короче. Они тут тоже живут где-то, но они, походу, хорошо. Это нейтральны ко мне. Сейчас. Хорошо. Ага. Понял. Так, а здесь чего? Миленько. Сейчас. Так, надеюсь, это что за пенек? Вот не задача. Серьезно? Не вышло. Сейчас. Да. А как ясно. Теперь? Кто тут? Секундочку. Какой-то тип. А вот и я. А вот и я. О, блин. Спасибо. Все, я устал. Все, я устал. Пфф, умер. Ясно, понятно. Вот жизнь, не минуты отдыха. Сука, все, я устал, блядь. И умер. Совпадение, не думаю. Понял. Сделаю. Давай с единорогом разберемся. Где это падла? Сейчас. Сейчас. Понял. Усиливающий шаман. То есть мало того. Марка! Ёб твою мать. Это будет жестко. Рискнем. Понял. Ну кто-то сам напросился. Хорошо. Так, ну я догадываюсь, что конь сейчас, конь-единорог. Да. Конь-единорог сейчас около тела шамана крутится, скорее всего. А, нет? Похуй. Ладно. Мне, в принципе, без разницы. Ему, видимо, тоже. Просто по телу шаман решил погулять. Ну ладно.
сейчас. Просто бей! Просто бей! Да, блядь, ты добить, что ли, не мог? Валю. Сука сраная. Ты серьезно? Да ну это бред. Понял. Да. Просто ударь, просто ударь, попади. Понял. Терпеть не могу единорогов этих. Тут, конечно, не есть магия защиты от молнии, но... Трофеи вещь полезная. 500 опыта, да? Охуенно. Вообще огонь. Понял. 500 опыта. Охереть. С удовольствием. Ты все, убил его, что ли? Быстро. Че здесь? Э! Понял. Мне так не пройти. 1900. Ага. Есть курить. 1900. Нести священный цветок вон туда. Ну все, вываливаем, чё? А кто тут ходит? Я не против стали еще. Ясно. Все, я устал. Чи? Ну и где моя добыча? Сейчас. Спасибо. Я очень надеюсь, что у них тут нет единорога. Подор! Я не могу больше бежать. Все, ударю еще тебе. Раз. Нет. Ясно. Туда мы не идем. Хорошо. Это я сумею. Поехали. Хорошо. Стал попадать по мне, засранец. Спокойной ночи, Архимону. Сейчас. Так, нормально. Да. Тигр? Да ну тигр-то мне вообще не страшно. Следующий. Я сейчас понимаю, что мне, скорее всего, сейчас, чтобы попасть к этим зеленым, придется еще и с ними воевать. А только потом они станут типа ко мне нейтральны. Наверняка ведь. Вот жизнь, не минуты отдыха. Вот. Умри. Скучал по вам, пацаны. Сейчас. Ясно. Хорошо. Да посмотрим, как хорошо он бегает, слаб. Что-то вообще ничего не меняется. Ясно. Что-то меняется? Я что-то просто не заметил даже, чтобы что-то поменялось. Ага. Да. Это уже другой вопрос, Лень. Это уже другой вопрос. Останется ли кто-то? Да. Все зависит от того, кто там.
И в каком количестве? Просто если они там кучей стоят, типа 4 единорога там разом, наверное, кто-то да останется у них. Вот жизнь, не минуты отдыха. Тут что-то помечено? Да вроде нет. Давай здесь. Ясно. Ах ты ж, ёпта, а чё это так? Я думал, здесь точно не люди будут. А тут, оказывается, еще и люди. Ну охереть вообще. Ну давай, давай. Руби их нахуй. В 9! Чё? 9! В голову! Ты чего? Чё-то много народу-то. Слева, справа, чё это? Ага. Здорово. Понял. Не, лучше я пройду. Лучше я как-нибудь пройду. Ты принёс священный цветок. Леньков! Прими мою благодарность, человек. Но сердце моё, подобно когтям хищной птицы, терзает горе. Что-то я не понимаю. Вот он, цветок, я его принес. Что-то еще случилось? Если змея в октябре греется на солнце, значит ли это, что с ней... Ты йода, что ли, местный? Если человек протягивает руку помощи, значит ли это, что люди не совершают подлости? Лазутчик стражников похитил нашего старого вождя, почетного старейшину, великого Хабору. Он должен вернуться в племя. Да вернется. Значит, вернется. Только скажи, откуда? Из земли, которую считает своей человек Карансул. Если пойдешь по ней в сторону восходящего солнца, то встретишь воинов из города, которые сторожат Хабуру. Высоки стены, крепок замок и хитры стражники. Но если ты умен и ловок, Хабуру может... Хабуру! Как он говорит это. Хабуру! Тебе мое слово. Если черная туча закроет солнце, если злая судьба победит добрую надежду, если старейшина погибнет, приди и расскажи об этом. Даже короткое слово горькой правды лучше, чем долгие дни бесплодной надежды. Мы освободим его, не переживай. Брисон, сладкий ты мой. Убийца охотников, здорово, блять. Помните, про него рассказывали байки, когда мы пришли в город? Ебанутый рыцарь. Прошу прощения, не вы ли Брисон добрый рыцарь? Я слышал про вас в городе, но мне сказали, что вы погибли. Слухи о моей смерти значительно преувеличены. Просто кое-кто очень хотел бы этого. И каждый раз, когда я надолго покидаю окрестности города, начинаются разговоры о моей гибели. Я забил твою броню! Но я всегда возвращаюсь, ибо мое служение добру не окончено. И, кстати, юноша, это очень хорошо, что мы познакомились. Серый лист говорил мне о вас и о ваших поисках. Мне кажется, что вы тоже на стороне добра, а значит, нам по пути. Подумайте над моими словами. Да не вопрос. Можно тебя в команду-то взять? Жаль, я сейчас занят. Ну, я тоже занят тогда. Сорян. Блин, он нам нужен. Он нам нужен, я у него доспехи заберу. Так, где квест? Где квест? Квест, квест, квест. Освободить почетного старейшину. Ой, тут недалеко. А второй квест? Ой, вот тут далеко. Давай сначала с этим разберемся. Тут не очень далеко, поэтому давай. Разнесем всех за старейшину. Вот жизнь, не минуты отдыха. Сейчас. Из разных сетов. Она у него какая-то, не помню, ну-ка, что там с ней. Ну-ка. То ли он проклят, что ли, то ли еще что-то. Короче, он, ну, такой вот он интересный товарищ. Ну, ебать, а ты че ведь в железе-то? А ты серьезный?
Весь в железе. Ты все время не... Хера себе. Вот жизнь, не минуты отдыха. Просто людинка какая-то вооруженная. На тебе в борщ. Понял. Они первые начали. Стражницы. О, ебать. Добрый вечер. Хорош накидал ему, ты посмотри. Сколько? 41 в голову? Ты серьезно, что ли? 41 в голову, нихера. Сейчас. Железный топор. Ну-ка, ну-ка. Так, я... Хорошо. Стой, нет. Подожди. На всякий случай я тут все обойду. А то мало ли его сейчас с собой вести придется еще. Секундочку. Бамбуча. Ну-ка и сюда. Охереть. Не пропадать же добру. Эй, добрый вечер. Ты что, в упор меня не видишь, что? Все, я устал. Хорошо. Ну, ясно, понятно. Он устал. Так, а у меня есть ключ. Понял. А я его взял у кого? Так, рискуем. Я просто даже не знаю. То есть, ну, это невозможно. Нихера себе, ты стрелок. Хера. Сейчас. Сейчас. Кто еще ходит? Кто это ходит? Хорошо. Че, со мной пойдешь? Ну пойдем. Куда его надо вывести-то? Вверх или вправо? Алло. Я надеюсь, нам тут никто не помешает. Ах ты ж. Слабовес! А ты стреляешь или чё? Или ты просто, типа... Всё. Умелый маг? Может, он пацифист? Я хер его пойми. Сейчас. Ясно. Ну ладно. Мне, в общем-то, похеру. Ага. Я его спас. Это самое главное. И он еще живой. Жилище зеленого клана. Жаль, но я сейчас зайду. Я сейчас, подожди. Сейчас мы с тобой еще поговорим. Погоди. Похитители старейшины. Если добычу ястреба унес вор, что остается ястребу? Лишь заклевать ворона. Если один человек нанес нам смертельную обиду, другой человек отомстит обидчику. Войди в землю. Логика хилительная. Со стороны окрестностей города и пройди немного на восток. Ты увидишь военный лагерь между двух холмов. Увидишь воинов, обучающихся нести смерть. Лазутчик среди... Через гору. Словно забыл тигр сказать. Среди крыс. Его ни с кем не спутаешь. Отомстив лазутчику, что похитил Хабуру, ты сделаешь Хабуру доброе дело. Последнее время я только и делаю добрые дела. Но почему-то каждое сводится к тому, чтобы кого-нибудь убить. Я не чистоплюй, но и не наемный убийца. Охотник убивает тигра и продает шкуру. Значит ли это, что тигр при жизни был безобидным котенком? Друг зеленого клана отомстит за похищение Хабуру. Вы значит добра, ли да? Это, что убитый похититель — невинная жертва?
Подумай об этом. Здесь похититель старейшины. Присон, мать твою, присоединяйся давай уже. О, вождь, расскажи об этой стрелке. Задолбал. Я слышал, что каждый воин твоего народа сам делает свои стрелки, и по стрелке всегда можно узнать охотника. Как узнать волка, если не по следам? Но эта стрелка не принадлежит никому из зеленого клана, хоть и похожа на наши. И еще скажу, ни белый клан, ни черный не красят так свои стрелки. Пусть эти кланы враги мне, но мы сражаемся оружием, а не ложью. А, я так надеялся что-нибудь узнать. Значит, поиски надо продолжать в городе. Я чувствую себя Эйсом Вентурой. Если так, но никто не может сказать, что наш народ не способен на благодарность. Мы уйдем на восток по тайной тропе, но для тебя она будет открыта. Пройдя на восток отсюда, ты откроешь ворота и войдешь в лабиринт между холмами. Пройдешь по лабиринту, откроешь другие ворота и войдешь в горные долины. Когда-то там жили люди-маги, придумывавшие новые заклинания для войн. Но они давно бросили эти места. Как половодье оставляет грязь и мусор там, где текла вода, так и они оставили в горных долинах развалины и следы смертельного колдовства. Зеленый клан сумел поставить эту магию себе на службу. Иди вдоль южной стены долин и используй наш алтарь. Магическая ловушка отгонит свирепых тигров, и ты сможешь идти дальше и дальше на юго-восток, в новое место обитания зеленого клана. Спасибо, Серый Лист. Если мне понадобится помощь зеленого клана, я буду знать, как искать вас. А теперь прощай. Мне надо отправляться в город и продолжать поиски там. Бэйби Луп, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Присоединись по-братски ко мне, ты задрал. Ну, сколько можно? Эй, может после мести он присоединится? Да, я отдельно сохранюсь. Просто я боюсь просрать тот момент, как он присоединится. Отомстить похитителю старейшины. А где он? Точно не хочешь ко мне присесть? Ну, по-братски, ну, давай. Нам бы очень твоя помощь пригодилась. Под помощью я подразумеваю твою одежду. Само собой. Так. Чё-то кого-то тут убить надо, да? Отыскать военный лагерь. Ёп, 4 косаря опыта. Ебать. А мы-то вообще были? Не помню. Может и были. Понял. Так, ну он двигается, этот товарищ. Значит, он живой еще. Пока его еще никто до меня не убил. Эх. Хорошо. Секундочку. О, нет, только не собаки. Собаки это хуже стражников бывает. Давай. Отлично, давай, следующий. Так долго бежать. Куда ты? Блять. Ты чё, говно? Ты знаешь, кто я? Я тебя сейчас руки нахуй перебью и ноги. Бежать не сможешь. Готово дело. На магию сил не осталось. На магию сил не осталось. Хорошо. Вот жизнь, ни минуты отдыха. Хорошо. Хорошо. Ага. Так, а лагерь-то большой? О, нормально. Давай, ага. Кто тут еще есть? О, лучница, смотри. Понял. Смотри, лучница идет.
Смотри, лучница упала. Ой, блядь, копийщик! Только не копийщики, только не со спины, блядь! Так, а вот это интересно. Ого. Ну ладно. Сейчас. Готово дело. О, мать. Опять я в неприятности влез. Бей просто обычными атаками, похеру. Самокат станет мне. Лазутчик. Я не могу больше бежать. Вот жизнь, не минуты отдыха. Твою мать. Твою мать. Просто бей. Наплевать куда. Что-то пошло не так. Сейчас. Вот жизнь, не минуты отдыха. Хорошо. Ну. А что, так можно было? Квартиец. Это я сумею. Это еще, блядь, кто? Вы что, серьезно? Серьезно? Серьезно, что ли, блядь? Бей просто его. Плевать как. Хорошо. Давай сделаем да. По-другому. Понял. Все. Нравится? Правильно, бей его, да? Будет знать. Убей его, убей, пожалуйста. Все. Окей. Лечи руку. В голову. Собака, иди нахуй. Давай. Мне все пригодится. Ага. Задолбали. Ну-ка, ну-ка. Всех, сука, блутаю. Сейчас. Козлы. Вот жизнь, не минуты отдыха. Где этот лазутчик? Сейчас он мне долазится. Это кто такой? Стражник, сюда подошел. Так, вали нахуй этого мудака. Ну, держись. Хорошо.
Так, надо по-быстрому свалить в сторону, потому что сейчас здесь подойдет отряд копийщиков сраных. Понял. Которых мы сейчас тоже завалим. Но надо сначала облутать все и подготовиться чуть-чуть. Понял. Ага. Эй, ёпт. Вы где? А, вот вы где, сука, иди сюда. Бей просто. И этого тоже бей просто. Плевать. Ненавижу копийщиков. Они всегда, блядь, попадают. Практически. И всегда, сука, больно бьют. Это здание охраны, про которое мне говорили. Которое нужно стороной обходить. Но я прям в него. Я прям в него ломанулся. Да плевать вообще. Чё, да? Не пропадать же добру. Действительно. Так, а чё, где? Всё? Это всё? Это всё, что ли? О, ребят, вы чё-то меня разочаровали. Нет, это не все, кто-то еще есть. Ясно. Где вы? А, тон, блять. Секундочку. Сюда больше. Урод, блять. Ну-ка, мне так не пройти. Ага. Мне нравится, как их вообще не смущает. А куда охрана вся делась? Просто гуляет. Дозор нахерительный. Ясно. Да. Просто вся охрана пропала напрочь. Ну ему как будто бы и дела нету до этого. Взять Брисона в команду, слава богу. Уважаемый рыцарь, я с радостью соглашусь на ваше общество, но, видите ли, мне иногда приходится действовать не совсем честно. И я не знаю, как воспримете это вы. Если я говорю, что служу добру, это вовсе не значит, что я чистоплюй в белых перчатках. На войне как на войне, даже если это война добра со злом. Я клянусь без колебаний сопровождать вас и действовать так, как потребуется. Да, молодец. Мне придется иногда заходить в город. О, это пусть вас не заботит. В пределах городских стен уже не осталось никого, кто помнил бы меня в лицо. Удачно. Очень даже удачно. Серый лис. Если цветут фиалки на склоне, время зимы миновало. Хвала тебе, чужеземец. Ты отомстил похитителю. Ты смыл оскорбление. Отныне зеленый клан твой должник. Ты будешь вознагражден. И я личный знак лазучика. На любой твой вопрос. Небесная молния, основное заклинание. Любой мой вопрос. А какой мне вопрос нужен? Мне нужен вопрос? Я что-то хотел? Я уж забыл. Так, братан, ты уж от меня извиняй. Слишком тяжело, нихера себе. Блять, мне еще что, нагрузку надо будет повышать? Ебать, я про это забыл совсем. Ох, мать! Ох, мать! А вот это вот серьезно. Так, фамильный шлем рыцаря Брисона. А лечение у него постоянное? Какое? Усиленное и постоянное. Охуеть. Спасибо за... О, боже. Так. Доспехи мы по-любому забираем. 10 брони. Увеличение сил. Постоянное. Ой, щука. На меня похож? Или вообще ни разу. Так, поножи. 86, уязвимость молния. Забирай. Меч тоже бери. Что-нибудь придумаем. А вот насчет... Ага, это тоже придется забирать, да? 4-1. Так, эти 2 и 3. Это у меня лучше.
Штаны 2,3. У меня лучше, у меня 3,7. Ботинки 2,3. 3,5, у меня лучше. Так вот, 7,1, 8,6. Блин. Подожди, а это... А это тоже влияет на вес? Ой, лол. Хорошо, ясно, понятно. Десять, 15, 9, 28. Изменение защиты 10, здесь 15. 10, значит... Насколько повысится-то? Это по-любому одевайся. Сика. Сика. Нормально. 8671. Ну вот эти фамильные шлемы, это разобрать нельзя. Вот это можно разобрать. Скорее всего. Это просто конийские, армейские полностью из бронзы, да, их можно разобрать. Хорошо. Ну-ка в город мне сейчас. С дальности... Ой, подожди, братан. Братан, ты меня... Подожди, стой, кстати, у тебя магии не было никакой с собой, я что-то не посмотрел. А, ты бомжара? Ладно. Так, в город мне, пожалуйста. Чувак, это... Блять. Как тебя отправить домой? Так, давай. Уважаемый рыцарь, на этот раз я должен отправиться в поход без вас. Как? Вас утомило мое общество? Нет, дело в другом. Кто-то из жителей города все-таки узнал вас. Или ему показалось, что он узнал. Вам лучше на всякий случай остаться здесь, в зеленом клане. Какая-то странная отмаза. Я просто подумал, что твои доспехи мне идут больше, чем тебе. Поэтому ты остаешься здесь. Сорян. Крансул, уважаемый. Что мы хотим сделать? У нас есть сталь. Сколько у нас стали? Да иди твою мать, давай, блядь. Двигайся, ну. О боже. О, топор железный, смотри. Да что ж такое-то? О, бля! Слайд-шоу. Ну? Простите, не понял. А это у меня откуда? Добрый вечер. Добрый вечер. А вы откуда? Простите. А что-то еще есть? Может я... Так... Не, ну это все было. Кирасу где-то отжали. Смотри-ка, блядь. Так, иди сюда. Сорок два слитка, ёпта. 9800. Так, энергия 47, сложность 20. Так, мне сложность нужно уложить, да? Сложность 20. А что у меня там на мне-то? А зачем я это делаю сейчас? Я все равно не смогу одеть нормально это. Сколько здесь... подожди. Вес. Вес, где вес? 50 килограмм. Где мои предметы стоят? Да все не то. 50 килограмм. Че я ищу?
150. Это 50, а это 150? Ты что, блядь, угораешь? Так, ладно, вопрос в другом тогда. Так, что у нас здесь? Увеличение сил, лечение. Что у меня есть? Фу, господи, это слайд-шоу. Как ты кончишься, слышь? Все понятно. Что из заклинаний у меня есть? Хорошо, ладно, понял. Нихера у меня нету. Лечение. Бля, регенерация. Так. Так, лечение. Чтобы сделать, надо какую-то руну ставить. Типа, что-то постоянное действие, что ли. По-моему, постоянное действие, это будет оно постоянно. Короче, у него есть цикл у заклинания. То есть 20 секунд откат. Заклинание, 20 секунд откат, и потом оно опять срабатывает. Либо разовое действие, это когда тебя бьют по этому месту, и с этого места срабатывает лечение. Типа того. Наверное, нам лучше постоянное, конечно, сюда впихнуть. Насколько оно будет занимать? И есть ли оно у меня вообще? И как оно вообще выглядит, мне бы еще тоже узнать. Так, какие есть варианты-то? Так, чисто врагов. Разовое действие, постоянное действие 5000. Ну, у меня такой точно нету плашки. Сколько это будет? 19 сложность. 19 сложность. Окей. 20 хп будет устанавливать. А усиление? Есть у меня усиление обычно? Есть. 29 сложность. А тут 20. Блин. То есть вот так нормально вылезает, окей. Ну что делаем? Опять Бильбо. Оп, теперь у нас есть штаны. Штаны сразу с лечением. Стальные штаны с лечением. Но проблема в том, что... я не могу их одеть, да? Потому что я бегать не смогу, да? Правильно я понял? Да, ведь так? Да, слишком тяжело. 40 килограмм надо убирать. Шесть. Вот эти штаны весят с ракет? Ты, блядь, серьезно, что ли? То есть, если я их сниму? А сколько будет? 10-4. Так, хорошо. И чтоб не прокачивать, давай, может, что-нибудь просто купим. Какую-нибудь херню. Что у меня есть сюда? Что-нибудь легкое есть? Так, продавай, продавай, продавай. Да все продавай, нахуй. Так, это хрень. Хрень, забирай. Как вес прокачать? Тут есть нагрузка. В навыках. То есть максимально. Но я не хочу ее прокачивать, потому что, блядь, мне на действие хватает. Не нужна хуйня, бля. Так, нагрузка будет 7к стоить. Угу. Окей.
Так, что я хочу еще сделать? Я хотел... Так, штаны какие-нибудь, пуху какие. Давай, хоть что-нибудь. А целые есть? Это что, что у тебя есть, что ли? Ты что, блядь, угораешь? Все, что я тебе продал, это у тебя продается? А, небо. О, нихуя себе, блядь. Простите. Так, перчатки. Два, меньше двух что-нибудь есть? Меньше двух. Так, блин, штаны с ракет весят 30. Что это за штаны, которые весят 30 килограмм? У вас есть что-нибудь прям вообще дешманское, чтобы это, ну, и защищало, и... Вот, по-моему, это идеально. А, наручи. 4. 24 килограмма могу я себе позволить сейчас? Не могу. Какой-нибудь... А сколько это весит? 60 килограмм! Ты, блядь, ебанулся! 60 килограмм. Рубаха сколько стоит? 30. Что это за рубахи, которые весят столько, блядь? Я понять не могу вот этого. Так, бери, короче, вот это говно и вот это говно. Какая-никакая защита. Тем более, что... Так, 2,3, 3,5. Ну, не сильно разница. 2,3, 3,5. Ну, не сильно разница, тебе говорю. Давай вот так. Штаны бы какие-нибудь просто. Штаны на 3 килограмма есть у вас? Штаны на 3 килограмма, будьте любезны. Я на самом деле могу лук снять. 15 килограмм весит меч. Это тоже весит 15 килограмм. А что тут, кстати? Пр. Пр. Что такое пр? Разовое действие? Ну, скорее всего. Скорее всего, разовое действие. Эффект постоянный. Не может быть эффект постоянный. Ты бьешь, эффект срабатывает. Как он постоянно? Кого он уменьшать будет? Что за бред? Так, 12, лук. 10, во, кстати. 16, 20. 20, 25. О, снимай. 2 килограмма. Килограмм вернулось. Вообще, блять. Может, сейчас сделаем. 15 кило. Блин, делаем меч-то, не делаем меч, не пойму сам. Он стальной, что ли, уже? Он уже стальной, нихера. Так давай, чё. Только, блин, на него надо будет магию же, да? Ослабление какое-то. Есть чё? У вас тут ослабление есть. А сколько? Сложность 10. Ослабление. Разовое действие у меня есть. Пр. Да, сколько всего получилось? Сложность 15. Разбери меч. 27. Сложность. Давай сделаем. И заодно узнаем, сколько получится. Атаки. Этой самой. Девять двадцать восемь. У меня 10-15. По-моему, неплохо. Изменение защиты. Делаем. Дальше, стоп. Сложность 15. Ой, ладно, нормально.
пока не продаю меч этот, то мало ли хрень получилась у меня. Не знаю. Так, что мы качаем дальше-то? Ну, нагрузку надо бы, на самом деле. Ну, я так думаю, по крайней мере, что нам нужна нагрузка. Так, чё мы пришли-то вообще? Так, и чего? А нам какой-то квест уже дали, что ли? Или у нас просто есть уже? Я запутался уже. Завладеть бухгалтерской книгой. Их нихера тут пилить. Это через весь... Через всю локацию. Ну, пошли, ладно. Мы это... Обновили себя, так сказать. У нас теперь постоянно увеличение сил. Если чё. Если чё. Это хорошо, это замечательно. Я теперь постоянно здоровый буду. В такую погоду волк из логова не выйдет. И плюс лечение. Само собой. Считай, что мы уже красавцы наполовину. Осталось что-нибудь получше найти. Из доспехов. И ходить всех пиздить направо и налево. Периф давайте сделаем. То я что-то это... Слишком много мозговой активности. Может, драконов убивать? Правда, их тут нет, да? Ну да ладно. Сейчас вернусь.